Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю охотников, с вами Сейнт, мы продолжаем играть в Самурая Джека. Посмотрите просто на этих великолепных ребят, они иногда, конечно, в меня попадают, я блокирую их удары, но в основном они стреляют хуже, чем пехота в Звездных Войнах, поэтому мне ничто не остается, кроме как научить их сражаться. Давайте, ребят, я просто подкачу вам, к вам красиво. Ух, какой, смотри на него, ты посмотри на него. И еще один раз, да? Чё свистишь? Денег не будет. И жизни тоже. А, подраться хочешь? Давай, давай. Слабый. Просто слабенький. Очень-очень слабый молодой человек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да дайте спрыгнуть, тварюги! Я вначале по вашу душу иду. Вот так. Два синих жука появились. Это более бронированные жуки. У них побольше хелов. Давай, 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 давай. Умер. Давай, давай, давай. По одному подходим. О, патрики выпали. Чё спиной поворачивайся? Поворачиваешься. Не поворачивайся, когда дерешься спиной, а то могут навалять. Угу. Хорош. Чё, ребят, вы одни остались? Слабенькие. О какой? О какой? О какой опасный. Мы, между прочим, попали в какую-то заснеженную долину после битвы с этим дудочником, который призывал Голема. Сложная битва с ним была, но... Но мы справились. И там мы еще дважды дрались. Ой, как с Димонго. Димонго тоже бесит просто невероятно. Каждый раз убегает из битвы. Пытается нам что-то доказать, а потом как Пуси убегает, когда у него остается мало хп. Роджер, что вы здесь делаете? Изучаю древние руины будущего. Древние руины? Мы обнаружили их, что их основание излучает мощную энергию. Мощную энергию, может быть, это портал? Горячая вода, спасибо. За горячую воду, конечно, спасибо. Так, а это что у нас такое? А это у нас монетки, которые нам пригодятся. Отлично. Монетки, это хорошо. Что у меня по дальнему оружию экипировано? Потому что я уже вижу, что нужно там сшибить камон императора. Да? А как туда попасть? Сейчас разберемся. Так, секунду. Вначале сундук. Золото. Хорош. Золото — это хорошо. Так. Оружие дальнего боя. Серебряному луку плохо. Револьвер, пулемет, жнец. Блин, ну что-то как-то... Тратить пули? Ну давай попробуем. Ты чё кинул? Дурак! Жнеца кинул. Ты дебил, что ли? Экипировать? Жнец... Двух жнецов потратил. Ну? Мы попадем сегодня? В воздухе не стреляем, я понял. А вот... Стой, 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 стой. Джек! Джек! Давай, вот отсюда. Я, правда, из-за вот этой березки заснеженной или что это такое, не вижу. Ни хренашеньки. Джек, ёб твою! Так. Как его достать? Камон! Ладно, хрен с ним, с этим проклятым амулетом. Больше потратим только, чем получим. Поехали дальше. Тихо! Тихо, 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 тихо! Это что за бомбы? Да дайте встать, черти! Давай!
Молодые, вы чё с ракетниц? А как их парировать? Блять, они не блокируются. Тварь мелкая, отошел от меня. Да ёб... О, ты меня разозлил, мудак. Это нереально, просто такой анал-карнавал начался. Умер быстро. А, все, да? Сыти теперь нападать. Сыти без огненной поддержки, да? Без огневой поддержки. Мудачины. Сюда подъехал. Смерть свою встретил. Давай, 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 давай. Не нравится, да? Ой, бедолага. Никто не говорил, что будет весело. Тварюги. Окружили как черти, как демоны какие-то. Одни атакуют вблизи, другие стреляют какими-то ракетами, которые нельзя не парировать, не заблокировать. Весело, весело у вас. Хорошо, что хилка есть. Фух. Огонь навыков 500. Найс. Здорово. Что ты здесь делаешь, атлантец? Девочки пошли тебя искать и, кажется, потерялись. И ты теперь тоже ходишь потерянный? Ба-ха-ха, ну ты сказанул. Увидишь девочек, скажи, чтобы ступали домой. Молоток дал нам, спасибо, спасибо, дружище. Так, а по навыкам у нас что? 20 тысяч навыков. Вау. Арсенал оружия дальнего боя. Нам не хватает очков духа Бушидо, потому что и камней всяких пустынного оазиса. Так, секунду. Тут камень пустынного оазиса. Недостаточно самоцветов, недостаточно очков духа Бушидо. Пустынный оазис. Короче, мы ничего качать не можем, потому что камней нет. Давай арсенал оружия дальнего боя прокачаю. А где мои камни все эти? Камень пустынного оазиса 1, камень Нептуна 1, 4 рубина, кристалл Калиостро 5. Ясно. Давай. Ага. Тут битва какая-то будет, правда? Подозрительно очень. Опа-опа-опа, это кто такие? Чё за ниндзя? Он один так быстро двигается или нет? Аши. А, это Аши? А, нет, их много. Это ее иллюзии или это другие какие-то тоже девчонки-ниндзя? Аши, давай дружить, Аши. Зачем сражаться? Твоя смерть не за горами, самурай. Отец говорил, что решение, которое мы принимаем, отражение нашей личности. Нельзя убежать от себя. Это тебе не убежать от нас. Мы прольем твою кровь во имя Аку. Довольно. Убить самурая. С двумя? Сколько их будет? Против скольких драться? С двумя, я понял. Воу-воу-воу-воу-воу. А хелов-то у нее много? Это что за проникающий удар такой у тебя есть? У меня тоже такой есть. Он не блокируется. Я его знаю, он не блокируется. Давай. Огонь. Нормально. Это одна. А где вторая? А вон она. Застряла. Подруга? Подруга, ты чего застряла там? Давай драться. У какая? Давай, давай, давай. Самурай на самурая. Я тебя переманю на свою сторону добра. Хорош.
Так, ну поначалу, когда их много, с ними сражаться сложно. Когда мы одну победили, стало легче. А их вообще там было штук 6 или 7. Опа, статуя Аку, между прочим. Между прочим. А тут осталось всякое разное за спиной у нас. Это за спиной? А, нет, это не за спиной, стопэ. Правильно, это дальше. Мы оттуда пришли. Да. Поэтому нужно статую разбить. Я думал, что это то, откуда мы пришли, и там новые вещи появились. Так, Аку. Аку. Минус Аку. Ой-ой-ой. Ты куда повез его? Я понял. Туда дострелить нельзя, походу. Поехали дальше. Короче, Саше драться неприятно. Она будет боссом, походу, в этой локации. Воу! Воу! Тихо! Тихо, ёб твою мать! Да это не блокируется! Это не блокируется! Отошел от меня скоробей дебильный! Мудак! Шестирукий! Да, блядь, дайте встать, ребята, это ненормально! Игра, ты мне просто не даешь шанса даже пройти тебя. Ага! Ага! Чё это? Да это нормально, блядь, я не могу встать, меня уперли в стенку. Сука, меня уперли в стенку и... Просто они по очереди стреляют с такой продолжительностью, что... Я по-любому получаю люлей. Ну все, это похороны. Это ненормально, блядь, вот так. Ну дайте хотя бы шанс вас пройти, мудаки. Так, они вот сюда выстрелить не могут, поэтому сражаемся здесь. Ага, хуй там, блядь, сразимся. Грёбаные синие твари. Сюда подходите. Подходим, не боимся. А, они упали! Они решили, что так проще атаковать меня будет. Но в этом есть логика. Давай. Последний остался там, стрелок. Он тоже может упадет? Хелов? Нет. От слова совсем. А-а-а! Хорошо, что у меня есть эта способность, что мне немножко хелов поднимет. Если смертельный удар нанесут. Пиздец какой-то. Вот эти твари с ракетницами, это просто отдельный вид мазохизма. Идти с ними в бой. А по-другому ты и не пройдешь. Так, камон императора. Сюда. Бануться. Угу. Ну, блядь, Джекс. Соберись. Какая-то хилка должна быть, слушайте. Столько сражений. Ё-моё, это что такое? Что за постаменты? Это кладбище или что это? Такое стрёмное место на самом деле. Непонятное для чего. Но нужно от кого-то тут уворачиваться. Или как, или где. А вот и хилочка. Ага. А вот и хилочка, которая мне очень даже пригодится. Погнали.
Что там происходит? Так, спокойно. Запрыгни. Джек? Джек? Блок? Прыжок? Камон. Будь благоразумен. Хорош. Я же говорю, что у тебя все получается. Ты просто не хочешь с первого раза это делать, Джек. Так, сундучок. Зелье силы, волшебное зелье, которое на короткое время увеличивает наносимый урон. Пойдет. Сюда нельзя. Все, все подобрали. Че это за склеп такой? Тут даже грома не слышно. Здравствуй, Аку. До свидания, Аку. Так, дверку открыл. Хорошо. Что здесь такое? Ага. Сундук. Это полезно всегда. Лук из подвески, снятая с автомобиля. Рессорная подвеска, из которой получился неплохой лук. Найс. Он пригодится, потому что у нас тот лук немножко подломлен. А вот тут зачем мне еще одна хилка? Они две подряд. Одна перед входом, одна здесь. Почему раньше бы ее не дать, когда я сражался с этими тварями опасными? Что за бред? Иногда это расположение хилок мне непонятно. То их очень много, то их нет совсем. Здорово. От пледиков до пулеметов, бэби, в лавке твоего братишки найдется все. Так, найдется все, давай починим. Что нужно починить у нас? Шпастая голова, Моргенштерн, надо починить. Лук. Починить. Пистолет тоже. Так, 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 так. Купить. Раз. Два. Хорошо. Бамбуковый посох, стрела. Давай пару жнецов куплю. Они полезные. Пару кайкенов. Все. Спасибо, дружище. Ты очень вовремя тут оказался. А, ну конечно, западня очередная. Что, опять Димонга? А, драурги. Я уже по вам соскучился. Нет, не соскучился. Беру свои слова назад. Умер. Так, только не блюйте в меня. А что такое? Откуда столько дэмэджа? Ребятки, молодые. Дэмэджа сколько? Дэмэджа сколько вы вносите? Хорошо. Вот здесь бы хилка не помешала. Я уже отвык от вас. Надо вспомнить, как с вами сражаться. Вас давно в таком количестве не было. Давай. Так неплохо, они меня подбили, слушайте. А это не хочет открыться, которая сзади? Там была хилочка. Ну блин. Что за бред? Направо, налево можно. А, ну конечно, давайте еще одну ловушку. И? Так. Мне нравится, как эти подруги проходят всюду. Просто вот эти, как их, дочери шотландца. Они оказываются везде. И им все равно. На драургов, на этих охотников, на скоробеев. Девочки в масках прошли в ту дверь. Здесь опасно, иди к отцу, он тебя защитит. Джек, стой, посмотри, что я нашла на днях. Бриллиант наполнен магией и используется для улучшения различных навыков. Спасибо, слушай. Так, а вот и хилочка. Воу-воу-воу-воу! Это я на Q нажал, я его подсек так неплохо. Ну давай. И второй. И третий. Еще один. Вам все мало. Ха! Лишний. Да ребята, успокойтесь! Сколько вас тут будет? Топорщики хреновы. Давай. Б.
Блин, у тебя атака, конечно, очень длинная, очень широкая. Минус. Все? Успокоились? Все успокоились? Даже эти драурги, они не такие опасные, как те мелкие, когда их очень много. И как охотники с ракетами. А почему? А как? А, вот так. Понял. Понял, понял. Так, еще одна статуя Аку. Лишняя. А, тут секретный проход под слоником. Я понял. Так, а тут? А тут у нас монеты. Пойдет. Наверх нельзя выбраться. Ну? Нет, не прыгает он туда. Ясно. Хотя чего я жду от заскриптованного коридора. Так, хилюсик. Хилюсик пока не трачу. Может пригодится. Давай, открывай. 1500 монет и еще 1000 монет и камон императора. Забрал. Блин, а если тут дверь закроется, давайте лучше подхиляюсь. Если она закроется, то не подхиляюсь и буду потом жалеть, что не забрал эту хилку. Кто меня тут ждет? Ну-ка, о-хо-хо-хо! Конечно, кто меня тут ждет? И ниндзя, и драурги, и плевуны, и большие. Да остановись! Я удивлен, что нет охотников с ракетницами. Так, спокойно. Вот так. Вот так, сюда. Вот так, вот так. Давай, давай, ниндзя. Думал, легко будет? Слышь, тварь! В тень он ушел. Вышел из сумрака быстро. Ага. Вот так. Полежи немного, подумай над своим поведением. Плевун, ты последний? Я тебя понял. Но мы с тобой потанцуем немножечко буквально и все. Фух, хилка сразу, отлично. Их такими уже смешанными пачками дают, что это опасно. Мне прям не нравится. А, я мог сюда забежать и типа отсюда от них откидываться чем-то. Ну да, мог. Ниндзя меня все равно бы настиг здесь. Ниндзя очень быстро перемещается. Серьезно? Блин, а почему бы сразу этот сундук не показать? Что за бред? Я только что тут был. Ну, это как-то по-тупому сейчас выглядело. Еще один бриллиант. Ясно, ясно. Тут нельзя этот разлом подбить. Потому что когда у нас была карта кладбища, там можно было крушить некоторые стены и входы. Отлично. Так, что за тут амфоры непонятные, посвященные Аку, лишние. Охо-хо-хо! Ясно. Ну это прям несложная загадка была. Прям загадка сфинкса. Как пройти мимо топоров-маятников? Поехали. Хорошо, что в это время в нас никто не стрелял и не пытался закинуть нас к этим топорам. Ёб твою. Ребятки, я вас не ожидал тут. Так, одну вначале побеждаем. У них, короче, прикол в том, что у каждой разное орудие. С первыми, которыми я дрался, там была типа нагинаты и самурайского меча. Здесь какая-то булава и у второй два клиночка. Давай, давай, добей ее. Ну, добей! Угу. Так, ей подсечку нельзя дать. Давай.
Проникающий удар, прорубающий. Вот такой. Он не блокируется. Ну! Все. Огонь навыков 550. Блин, пока их двое, пока две вот эти иллюзии, или кто они, Аши, с ними не сложно. Вопрос, мне что-то кажется, вот, что вся загвоздка будет в том, что их в какой-то момент будет вот штук 6, как первоначально нам их показали. А вот когда их будет много, это будет больно. Просто невероятно больно. Здорово, дружище. Ну давай, самурай, сам же знаешь, что надо что-то взять. Не расстраивай братишку. Слушай, я-то знаю, вопросов нет. Я хилки буду брать. Потому что... они еще как пригодятся. Давай, не расстраивай, у тебя... А, слушай, а по оружию... по оружию у тебя есть что-то из дальнего оружия? Пронзающая стрела, это может пригодиться. Давай 10 штук возьму. И еще одного жнеца. Хватит. Спасибо, спасибо, дружище. Ты, как всегда, продаешь вещи прям когда надо, потому что хилки лишними не бывают. Тут у нас что? 2000 монет, отлично. Так, опять какая-то драка, походу, будет. Замечается файтинг. Не, ну что-то туда спрыгивать прям вообще не хочется. Ага, окей. Тихо, спокойно. Горячая вода, это прям хорошо. Это прям хилочка. Так. Чё за фараонаку? Так. Огонь навыков. Как достать этот камон императора? ТТТ, оружие дальнего боя. Сюрикен. Давай сюрикены пометаем в него. Ну. Есть. Со второго раза даже неплохо. Патроны и стрелы так не стреляют. Нам вниз, я не понимаю, или... Ёбана в рот! Крокодил, я про вас уже тоже забыл. А зачем я к вам спрыгнул вообще, если я мог пройти или не мог? Хорошо, что крокодилы не стреляющие, а с дубинами. Хорошо. Давай. У какой удар? Я из вас сделаю крокодиловую сумку. Механическую крокодиловую сумку. Умираем. Умираем. Ты следующий. Хорош. Что, один остался? Бедолага, мне тебя прям жаль. Сундук. Так, вначале соберем тут все. Хорошо, красиво. А вот я бы тут на месте разработчиков что-то бы заныкал, но нет, они не стали. Такое местечко укромное. Дух Бушида 300. Ну ради этого, я хочу сказать, стоило посражаться с крокодилами, потому что Дух Бушида сейчас сложно добывать. Так, насколько глубоко нам падать? Ой, драурги и крокодилы. Хорош. Эй-эй-эй-эй-эй, молодой. Не беси меня. Так, я сейчас буду накапливать свои атаки Киай. Потому что мне кажется, что может потребоваться аж две штуки, чтобы побыстрее с этими девчулями Аши разобраться. Да слушай, успокойся. Хватит блокировать все, молодец. Быстро помер, это хорошо. Тут ничего. Так, отлично. Здорово. Девочки в масках здесь. И я чую в них что-то дурное. У них сильная связь с Аку. Уходи, здесь слишком опасно. А отец ждет тебя. Конечно, я все понимаю, но возьми это, пожалуйста. Хагис. Замечательно. Спасибо. Спасибо большое.
Хагис, это хорошо. Зелье силы. У меня на самом деле зелий много. Тут ничего нет. Зелий много, в принципе, может быть, даже и получится их нормально пройти. Но они такие опасненькие. Эка. Окей. На что это мы выходим? Какая опасная структура здесь. Это бьется? Конечно. Золото и белая дама. Ух, какой там храм. Так, дружище. Ну давай, самурай, сам же знаешь, надо что-то взять. Не расстраивай, братишку. Не расстраиваю, я сейчас что-то и возьму. У меня 4000 монет, это, кстати, мало, но... Разрывная стрела. Вот это мне надо. Вот тут просто десяточку вот этих. Давай просто на все деньги, что есть еще вот так. Все, спасибо. Бывай. Ну, поехали. Мы тут сражаться, походу, будем, да? Какое место отвратительное. Это что за там Ленин сидит? А, драурги пока. Для начала драурги. Я понял. Сейчас мы этот мавзолей разобьем. Чтобы удобнее бегать было по кругу от них. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Успокойся! Тварь, мне еще с этими сражаться, с опасными. Ладно, придется... Придется! Придется, говорю, тратить на вас эту атаку. Иначе я до них не дойду вообще. Умер! Эти опасные прям. Ага, и еще три штуки. Давай! Подходи! Хорош. Мы с тобой один на один остались. Бедолага, мне тебя жаль прям. А если я все вот эти гробы разобью, может, драурги не будут вылезать? В этом есть логика, не из чего вылезать будет. Так, хилку вижу. Ага, дружище. Побегай, побегай за мной. Посноси тоже гробы. Ты там как? Отстал немного? Ну, бывает, бывает. Не всем дано быть атлетом. Так, а что такое? Это надо подобрать. Ой-ой-ой-ой, догоняй, догоняй. Все-все-все, я тебя услышал. Ты что такой меткий? Слышь, тварь, падаль. А ну, подошел. Ага, с молотами теперь. Больно, где тебя говорю? Больно! Ёп, твою мать, этого казино! Я понял, пора нам что-то есть. У нас много горячей воды есть. Давайте вот горячая вода. Раз, два. Пока хватит. Сколько еще будет драургов? Ёб твою! Так, последняя могила. А сюда я запрыгнуть могу? А сюда я не могу запрыгнуть. Так, друг. На тебе, с сюрикенами. Воу-воу-воу-воу! Это что такое, блядь? Прям в спине появился. Спокойно! Ебать, 5 человек! Так, ребят, пора хиляться. Да пошли вы в задницу! Че вы за мной бегаете, как одноклассники, для того, чтобы на встречу выпускников позвать? Остановитесь! Я не хочу с вами общаться! Ебанутые на голову! Ладно. Вот это самый большой, самый опасный с молотом. Это босс всех. Это староста. Староста, которая тебя зазывает навстречу. Главный идейный вдохновитель. Отошел от меня. Тварь какая. Гигантская.
Остановись! Это будет бесконечно продолжаться. Ты же понимаешь, что ни ты меня не убьешь, ни я тебя не убью. Что за бред? Только сюрикенами. Минус один. Колесико мышки, вовремя ты перестала работать, блять! Работай, пожалуйста, нормально. Так, хорошо, двоих убил. Сюрикены закончились. Ясно, хорошо, секунду. Все у нас будет. На! Ага, и патроны закончились. Та-та-та-та-та-та, кайкен. Другалек. Ну чё? Мы с тобой один на один, да? Дебила кусок. Все преимущество растерял. Давай, крути! Блять, нихуя! Остановись, мразь! Это самое. Не беси меня. Не нравится, да? Чё, подвис немного? Искусственный интеллект у тебя тупенький. Минус. 20 стрел и еще 20 стрел. А откуда у него стрелы там были-то? Окей. Кто это такая? Или кто это такой? Джек? Аши? Пожалуйста, помоги моим сестрам. Спаси их, как спас меня. А, это твои сестры? Можешь на меня положиться, Аши. Я боюсь, что вот эта мадемуазель против. Пожалуйста, не делай этого. Так, пока она одна, хорошо. Ух ты! Так, у меня есть дальнее оружие. Зачем мне с ней мучиться, если у меня есть серебряный лук и пронзающая стрела? На! На, лови! Ты чё, мои стрелы отбиваешь? Не нравится, да? Да хватит блочить стрелы, они не дешевые, знаешь ли! 300 монет, одна стрела. Мне что, кэшбэк какой-то будет за это? О, у меня маска упала. Да хватит! Ну? Я столько стрел в тебя всрал. Бесишь? Просто! Ладно, давай, хочешь так подраться? Давай, заколебало. Окей. Минус один. Сколько вас еще будет? Еще одна? А, это та же, все, я понял. Да, что-то мы не особо спасли ее, мы ее прирезали. Такую себе. Ну. Блин, там холодно, дружище. Вначале подхиляйся, чтобы доспехи восстановить. О-о-о. Все. Минус здоровье, воспаление легких обеспечено. А где замок? Мы же из него выпрыгнули.
Хилочка, это хорошо, это приятно. Куда ты пошел? Куда ты мимо хилки пошел? Ты что, дурак? Ой, дурной! Ой, пошел в катсцену, мимо хилки, мимо всего. Просто забей. Куда ты мимо пошел, дуралей? Главный пошел, Аша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Найс. Найс. Одолеть-то их как? Тебе вовсе не обязательно поступать так, как поступила сестра. Я открою тебе новый путь. Ты можешь уйти сейчас и остаться в живых. Ты сама вольна выбирать свою судьбу. Судьбу, в которой нет Аку. Наша судьба — твоя смерть! Нормально ты мимо хилки прошел, братан. Так, горячая вода. Хагис. Зелье силы. Господи, вас прям... С вами прям такое себе драться. Здесь на карте нигде хилочки не будет. Тихо! Тихо! Спокойно! Чё за дымовухи они кидают? Это ты дымовухи кидаешь? А хелов-то у нее сколько? И у каждого еще свое ХП. Это прям огонь. Как весело. Давай, давай с тобой. Давай с тобой. Давай с тобой подеремся. Воу. Так. Горячая водичка раз. Горячая водичка два. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, оружие дальнего боя, разрывная стрела. Не нравится? Не нравятся им разрывные стрелы, логично. Мне тоже не понравились, если бы меня стреляли стрелами. Больно-то как? Тихо-т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 ихо. Спокойно, молодая. Хотя бы одну я выиграю. Одна. Ага, часть так ушла. Воу. Так, спокойно. Хагис. Так, а они что? Они неуязвимы. Что за бред? Воу-воу-воу, она стоит там сверху. А, они неуязвимы, они яростные. Хорош. Давай, давай, вторая. Ну, подойди, лоу хпшная. Вторая. Ох. И еще часть Аку улетела, походу. Послушай, вам не обязательно сражаться на стороне Аку. Мне нужно жертвовать ради него собственной жизнью. Они уже фиолетовые стали. Но их всего три. И одна вон там. Третья. О-о-о-о-о. Я тебя понял. Я тебя услышал. Так, водичка.
Хагис. Серебряный люк скорее сломается, поэтому лук с подвески беру. Держи. Мне нравится. Хорош. Хватит блочить. Воу-воу-воу, там крюк кинуло свой. Не нравится? Девчонки, вы чего? Не нравится вам, да? Слышь? Еще одна. Ох! Фух. Ну давай, у тебя уже черная какая-то субстанция на тебе. Хорош! Я знаю, что ты не такая. Я знаю настоящую тебя. Даже если ты сама не знаешь. Аши. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Оттуда же, откуда я знаю, что у тебя золотое сердце. Чистое. Я убью тебя. Помнишь божью коровку? Как? О! Вырвался из преисподней. Скучно! Стон боли. Чё? Он её прям на меч закинул? Чё за бред? А ты не мог убрать его, что ли, дружище? Ну, конечно, молодец. Убери в сторону меч, ты чего? Ты ж самурай, должен с мечом управляться. Нет! Нет, нет, Аши! Тебе задница, походу, дружище. А, нет, нам задница. Когда мы с тобой сражаться уже будем? Слушай, ты достал меня. Ты вечно прячешься за всяких Димонга и прочих. Там пройден снежный лес самурай. Посмотрим начало следующего этапа. Ну, блин, что-то как-то он бесит уже этот Аку. Такая собака. Сучья. Аши, я не хотел. Неужели этому безумию нет конца? Аку! Не сворачивай с пути. Но я убил Аши. Убил их всех. Я хотел помочь им. Это место лишь тень прошлого. Оставь позади то, что видишь сейчас, если хочешь найти дорогу вперед. Но как? Больше браслетов нет. А другого выхода отсюда не существует. Без времени Яку слишком могуществен. Власть над другими лишь слабость, которая кажется силой. Аку знает, что в тебе сокрыта истинная сила. Такова твоя судьба. Вот почему он хочет сломить твой дух. Только так он сможет удержать тебя в ловушке. Я этого не допущу. Минутка самомотивации, дамы и господа. Где же мы оказываемся? В пустыне какой-то. Тебе не остановить меня, Аку. Отлично.
Че, прям пустыня-пустыня? Хорошо, прям пустыня-пустыня. Будем исследовать пустыню и, наверное, какие-то пирамиды и склепы всяких древнеегипетских императоров в следующем эпизоде. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте, увидимся в следующем эпизоде прохождения Самурая Джек и в других играх. Всех обнял.